Я ношу, конечно, для меня это считается символом, но я всегда ношу возле сердца. Просто стандартным способом сворачиваешь и прикрепляешь. Сегодня в Абакане активисты раздадут 1000 георгиевских лент. Планируют раздавать их ежедневно до 9 мая. Взять ленту можно в центре города, в районе почты и Первомайской площади. Волонтеры выходят в 2-3 часа дня. Ленты абаканцы разбирают охотно, акция считают правильная. Конечно, нужно. Дети должны знать, что дедушки воевали, 4 деда все воевали. В городах и селах республики ленты тоже скоро начнут раздавать. Где и когда можно узнать в районных отделениях «Единой России». Всего партийцы раздадут 25 тысяч лент. Бесплатно можно взять и наклейку на машину, но уже участникам. Абаканские предприниматели предлагают всем желающим взять символы победы бесплатно. Мы хотим, чтобы патриотизм и преданность Родине, да, была не только у нас, но и в подрастающем поколении, и у жителей города Абакана. Это второе, что мы хотим выразить благодарность людям, которые отвоевали независимость нашей Родины. На одну машину одна наклейка, причем какую можно выбрать самому. В типографии говорят, что наклейки стойкие, с ними машину можно спокойно мыть. Наклейки раздают в типографии на Ленина во дворе гостиницы «Абакан» с 8 утра и до 11 вечера.